Здравствуйте. Меня зовут Гадизов Марат, компания «Альпари» в Санкт-Петербурге. Ежедневные обзоры финансовых рынков, торговля без индикаторов. Сегодня у нас четверг. По-моему, 14 число, да? 14 число сегодня. Да, сегодня 14 число, четверг. Чем знаменателен этот день? Тем, что в 2 часа, буквально сегодня, вот, давайте посмотрим сюда, на экран, то есть экономический календарь. И сегодня знаковое событие, это заседание Банка Англии и решение по ставкам в 2 часа дня. Значит, на что обращаем внимание? Есть риск снижения процентных ставок. Вот ожидания, видите, да, по сравнению с предыдущим. То есть место для маневров. Тем более, что к власти пришла, премьер-министром стала новым премьер-министром, который тяготеет именно к экономическим, скажем так, решениям проблем, чем политическим больше. Да? Вот, это один момент. Второй момент, смотрим на голосование. Если голосование изменится, но вот от того, что было в прошлый раз, тоже это может вызвать волатильность. И плюс еще обращаем внимание на планируемый объем покупок. Тоже могут изменить, добавить, скажем, да, ну тогда британский фунт может оказаться под давлением. Но сейчас уже что-либо прогнозировать невозможно, что будет, то будет. И, соответственно, сейчас, вот, в текущем моменте, уже позиционироваться по британскому фунту я бы не рекомендовал. То есть уже что-то делать по британцу, в принципе, уже поздновато. Все дело в том, что если бы было бы просто решение по ставкам и, скажем, вот это вот, планируемый объем, да, публикации, то тогда можно было бы ждать однозначного движения цены либо наверх, либо вниз. Но когда выходит большое количество вот таких вот сопутствующей важной информации, соответственно, это может вызвать движение как в одну, так и в другую сторону. Ну, то, что произошло с американским долларом после выхода non-farm payrolls, если кто помнит, да? Вот такую ситуацию можно ожидать и сегодня тоже по британцу. Поэтому рекомендация сегодня по британцу будет самым мизерной, и то только на дневном, наверное, таймфрейме. Дальше. Ну и плюс еще завтра большое количество новостей из США. Плюс выступление Марка Карни в Британии завтра опять же. Но сейчас там такое месиво из новостей идет, экономических, политических. Сейчас сложно сказать, на что будут ориентироваться инвесторы. Наверное, это будет ориентиром будет заявление нового премьер-министра по поводу дальнейшей, скажем, экономической политики в Великобритании. Поэтому я бы не сказал, что сейчас по британцу выбор направления уже известен. Так что вот и с этой точки зрения торговать с британцем достаточно тяжело. Давайте уходим теперь на теханализ, традиционно евро-доллар. Да, кстати, те, кто переживает за мои сделки, к сожалению, вот сегодня, видите, снесло у меня евро-доллар. Была замечательная продажа вчера, но вот, видите, вот эти вот движения, которые сейчас происходят по евро-доллару. Я, кстати, об этом говорил, что текущая ситуация, торговать по евро-доллару очень тяжело. Ну вот, например, вчера, да, по евро-доллару было, ну, хорошее движение вниз. Вот здесь я вставал в продажу, вот. А сегодня рано утром вот меня вынесло. То есть хорошая прибыль была, не забрал ее. Ну что ж теперь, жалко, конечно. Британец тоже была прибыль больше 100 долларов. Но вот этот отскок сегодня ну, съел больше половины прибыли. Так вот, посмотрите, вот был хороший провал вчера, да, поздно вечером. Вот видите, продажа моя висит вот здесь. Вот, да. Замечательный вход в рынок. Все практически на вылов разворота тенденции. Вот это вот коррекционное движение, честно говоря, мной не было прогнозируемо. То есть я предполагал, что будет коррекция, но коррекция должна была быть слабой, как бы. А то, ну, скажем, после вот такого вот пробоя, да, вот здесь вот. То есть вот так. И как некое такое ускорение движения цены. То есть как цена здесь росла, так же, как бы я предполагал, должна она падать вниз. Но вот, видите, мы предполагаем, а Бог располагает, как говорится. Потому что здесь как цена падала, здесь она в принципе также и выросла. И я ждал, что вот в этом же промежутке цена также свалится вниз внутри канала. Но в то же время, в принципе, вот этот вот отскок наверх, он был обоснован. Почему? Потому что, честно говоря, я ждал, что он будет немножко раньше. То есть вот здесь вот.
после коррекции в канал, и отсюда такое движение навело. А вот здесь вот. Ну ладно, по поводу британца мы чуть позже к нему вернемся. Давайте, евро-доллар. Что у нас по евро-доллару? Недельный график ни о чем. Неделя стоит с настроением движения, продолжением движения вниз, так как вышли из восходящего канала и стоим в нисходящем канале. Причем с попыткой ускорения. Дневной график. Вот дневной график поинтереснее. Вот, собственно говоря, сейчас развивается ситуация по тому сценарию, о котором я как бы предполагал. Вот она, эта разметка. Необходимо после такой вот попытки ускорения тенденции вниз, посмотрите, рынок слабенько зашел в нисходящий канал, и для того, чтобы цена продолжила свое падение, необходим еще один накат с целью формирования структуры, коррекционной структуры А, Б, С, трехволновая структура, да? Как это было здесь, первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна и А, Б, С, видите, да? Здесь то же самое, здесь формируется, скажем, если это первая, вторая, третья волна пошла, то в третьей волне формируется первая, вторая волна и потом развитие третьей волны. То есть необходима зигзагообразная коррекция второй волны в третьей, да, для того, чтобы если цена решила пойти в таком, по такому сценарию. Необходим этот накат. Ну, как только он завершится, если цена при этом не достигнет верхней границы канала, возобновит падение, тогда это хорошая будет возможность для входа в рынок в продажу. Вот разметка есть. Сейчас дневные графики пока позитивно смотрят наверх, но надо понимать, что обрыв может произойти в любой момент. Обрыв в смысле падения вниз. Часовой график рассматривать смысла нету, потому что вот она серая зона, полная неопределенность в этой ситуации. Рекомендую смотреть 4-часовой график. А вот в 4-часовом графике все красиво, все понятно. То есть был тренд наверх, теперь тренд вниз. Была попытка ускорения, сейчас идет коррекционный откат внутрь нисходящей тенденции. Теперь осталось дождаться, когда вот этот вот расколбас закончится. С этими вот этими шипообразными, шпилеобразными движениями, ломающими полностью структуру. Главная структура здесь отрисована. Это попытка ускорения тенденции, идет коррекционный откат с целью дальнейшего снижения вниз. При условии, если цена вот в этом подъеме не достигнет верхней границы канала, где-то здесь остановится, желательно, чтобы она чуть-чуть проколола предыдущую вершину и пошла вниз, тогда прекрасно будет возможность для входа в рынок продажи здесь. Вот. Хотя, в принципе, в этой ситуации здесь есть еще другие опорные точки, но я считаю, что все-таки надо ждать дневную разметку. Вот она. Дневная разметка вообще, внутри нее никаких вот этих вот проблем не видно. Соответственно, лучше всего ориентироваться на дневную разметку. То есть подъем и оттуда уже вот такое движение вниз. При условии, если цена не достигнет верхней границы канала. Пока что идет все по этому сценарию. Пятиминутные графики рассматривать смысла я не вижу. Вчера я попытался поработать. Как вы видите, даже вот в таком движении вот меня вынесло. Еще раз доказывает ту ситуацию, что здесь сейчас торговать, если вы забираете, появляется прибыль хоть какая-то, ее надо сразу забирать. Кстати, в продолжении моего семинара в среду, да, вот мотивы разворота тенденции, вот прекрасная была ситуация. Во-первых, замедление, выход, корректировка нисходящего канала. Дальше выход из этого канала вот наверх. Формирование вот этот момент, вот то, о чем я вчера кричал во время своего семинара. Вот необходимо формирование второй впадины как элемент разворота тенденции наверх. И когда рынок формирует эту вторую впадину, идет вниз вот таким зигзагом вниз, вот это самый лучший сигнал для входа в рынок. Посмотрите, идеальнейший вход в рынок наверх. То есть, когда по пути формирования второй впадины, никак неудачная попытка продолжения тенденции вниз после пробития вот этих вершин, рынок сформировал трехволновую структуру АБЦ. И вот идеальный вход в рынок, посмотрите, вот здесь был. Buy, коррекция, опять здесь. И еще раз идеальный вход в рынок. Вот здесь, посмотрите, трехволновая структура. Прекрасно все это работало. Вот, посмотрите. То есть структура, раз, два, три, вниз, пробой, buy. Опять обновили вершины, коррекция вниз, три волны, пробой вершины, buy. И опять обновление вершины. Идеально все это сработало. Вот так вот надо работать на разворот тенденции в обратную сторону. Сейчас в этой ситуации, посмотрите, можно было попытаться что-то найти, но сейчас структура полностью поменялась. Сейчас ничего здесь этого нету. Единственное, что вот тенденция пока наверх, она сохраняется. Я строю тенденцию вот через эту впадину. Почему? Потому что после этой коррекции была новая вершина. Вот она.
Соответственно, сразу откладываю канал и вижу, что цена не достигнет своей цели. Посмотрите, свалился вниз, ниже восходящей тенденции, то есть ниже линии поддержки. И вот было движение вниз, не смогли взять эту впадину. Теперь рынок мучительно старается сформировать вторую вершину с целью дальнейшего вот такого. То есть для того, чтобы рынок окончательно пошел вниз, необходимо, чтобы вот это движение, которое мы сейчас наблюдаем, остановилось при подходе к предыдущей вершине. Потому что, в принципе, есть предпосылки к такому развороту. Какая предпосылка? Во-первых, было замедление, несмотря на обновление вершины. Второе, выход из восходящего канала. Третье, сейчас третий критерий должен выполниться. Это недобой предыдущей вершины и разворот с пробитием предыдущей впадины. Тогда здесь формируется канал. Да? Вот такой канал. Если он будет, да, вот. Но здесь меня смущает один фактор. То, что вот была трехволновая структура, посмотрите, рынок подал сигнал на вход в рынок и тут же развернулся, снеся стоп. Вот здесь вот. Вот сейчас вот. То есть какая-то странная ситуация сейчас. Но чтобы не гадать, что будет, ждем вот этот подъем. Если он не пробьет предыдущую вершину и начнет вот так вот сыпаться вниз, ну, буду вставать вниз, открыть позицию продажи. Вот. Это у нас евро-доллар. Дальше смотрим. Евро, фунт. По поводу фунта дальше, да. Ну, сейчас я уже сказал, что-либо говорить по фунту смысла нет абсолютно, потому что сейчас никакой структуры нигде нету. Ну, вот есть попытка, скажем, вот, посмотрите. Но это уже другая ситуация. То есть, вот после вот такого падения была идеальная отработка, посмотрите, разворота, да. То есть, вот был канал, рынок в конце сформировал две вершины, обновил впадину за восходящим каналом, вот здесь, вот я про этот хвостик вчера долго говорил, да, попытку ускорения тенденции, соответственно, возврат был слабенький, цена не достигла верхней границы канала и свалилась цена вниз. Сейчас вот этот возврат, это уже другая история, абсолютно другая история, не относящаяся вот к этой структуре. Единственное, что здесь может быть, ждем вот такого падения, если цена обновит вот эту впадину, тогда мы строим канал вот через эту вершину. Тогда будет канал вот такой вот. Вот такой ширины канал. Пока этого нету, соответственно, что-либо здесь делать я бы не рекомендовал, да, вот в текущей ситуации. Сейчас рынок будет стоять и ждать, вот осталось буквально полтора часа до анонса Банка Англии. Ну и, соответственно, здесь уже прогнозы строят, в принципе, невозможно. Единственное, что я сделал, наверное, к моменту решения по ставкам, ну я не знаю даже, я даже не знаю, что я сейчас буду делать. Вот у меня висит стоп, вон он, его вчера не зацепило сегодня утром. Ну, тем более, что если срежу ставку, здравствуй, фунт вот здесь вот. Ну, вот так вот скажем. А если ставку не срежут, тогда здравствуй, новый хай по фунту. Вот, блин, все подвисло. Да, увидим вот такое движение наверх. И тоже будет обосновано это движение. Потому что если мы возьмем часовой график, или даже 4-часовой, вот. Получится обновление вершины, первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна наверх. Вот. Теловая структура есть. Вот. Да что ж такое с мышкой делается? Так, это британский фунт, долго здесь больше говорить нечего, а рекомендации не даю. Так что надо самим сейчас вам решить, что вы будете делать на новостях. То есть сейчас все решают новости. Да? Срежут ставку, наверное, фунт свалится. Если не срежут, ну тогда вот она верхняя цель. Вот. Но вот эта вот цель, которую я определял заранее, вот эта серая, видите, цена с нее зашла, потусовалась и отвалил от нее. Повторно к ней подошла и пытается от нее отскочить. Возможно, будет хороший отскок и вниз дальше. Ну, посмотрим. Но, честно говоря, вот судя по тому, как сейчас все здесь разворачивается, не исключаю, что вот такое движение будет. Вот такое же движение наверх. Ну, то есть, как вот упали здесь, вот так же мы можем сейчас подняться наверх. Вот таким образом. Тем более повод для этого хороший есть, да, это со ставками, игра со ставками. Скажешь, что все, у нас тут нету инфляции, то есть нету падения цен, мы на развороте, пошел рост цен, инфляция, завтра мы повысим процентную ставку, и тогда вот такое движение. Ну, я не знаю, конечно, это такое вряд ли случится сейчас, но не надо исключать. Я хотел этим показать, что сейчас что-либо прогнозировать невозможно по британцу. Так, идем дальше. В российский рубль сегодня давит низы. И как бы генерирует сигнал на продолжение тенденции вниз. Да? Вот, посмотрите. Недельный график все проколол, все пробил. По идее, здесь надо продавать.
Получается, что пора бежать в обменный пункт и сливать баксы, доллары. Вот происходит пробитие, выход из этого вот сумасшествия, которое длилось полгода, да, вот здесь вот, вот это вот. Похоже, можем вот так вот рухнуть. И, в принципе, надо здесь продавать. Но вот я даже не знаю, вот с таким спредом, который сейчас здесь мы видим, вот такой чудовищный спред, сколько там, 14 копеек, да, ну, в принципе, наверное, наличь надо сливать, скажем, а не торговать на Форекс. Поэтому посмотрите, какой спред убийственный просто. Вот. Ну что ж, получился другой сценарий, не тот, который я ждал. Вот он, пробой. В принципе, все понятно. Тенденция вниз оформилась. Вот теперь канал мы строим. И надо теперь смотреть, как цена будет двигаться вот в этом нисходящем канале. Что ж такое у меня тут с компьютером? Вот, вот тенденция вниз. И даже, может быть, хороший провал с ускорением, да, вот такого плана. Даже по жалкой попытке вот так вот укрепить доллар здесь практически не случилось. Ну, хорошо, ладно. Значит, в долларах у меня зарплата вырастет. Поехали дальше. А, так, новозеландский, а, канадец. По поводу канадца. А по поводу канадца вчера... Вот ответная реакция на новости. Недельный график ни о чем. Сейчас была попытка продолжения тенденции наверх. То есть, вот, вернее, вот, дневной график. И вроде как некий какой-то канал здесь краткосрочно сформировался. Вот если посмотреть по вершинам и по впадинам, вроде какой-то некий канал есть. Да? То есть, все время корректируется верхняя граница, а до нижней не доходим. Соответственно, надо вот посмотреть на часовой график. Вот, вот. Вот здесь, вот посмотрите, интересный такой момент, надо будет за этим понаблюдать. Вот, если мы возьмем данный участок графика, вот отсюда, и построим канал, вот он все время корректируется, верхняя граница, видите, да? После такой корректировки цена не доходит до поддержки и обновляет вновь свою вершину. И опять, соответственно, делаем вывод, что похоже здесь рынок готовится стартануть ракетой в небо. То есть, как бы не доходя до поддержки, рынок уже подбирает вот эти вот падения и продавливает, проталкивает цену наверх, дальше наверх. Да? Соответственно, вот сейчас вот идет коррекционный откат, пока локальные впадины не пробиты, делаем следующий вывод. Где входить в рынок, если цена пойдет наверх? Да? Ну, соответственно, вот он канал. Надо дождаться, когда канал завершится. Здесь вот посмотрите, внутри канала, если это коррекционный откат, уже мой любимый паттерн, три маленьких индейца, правда, вот, тут какое-то недоразвитое третье падение. Но тем не менее, три добоя, соответственно, тут наверняка дивиданы накопились, и должен быть выброс наверх. Да? То есть, если произойдет выброс наверх, вот такой, посмотрите, как это было в прошлый раз. Вот здесь было, вот, да, вот движение. Ну и вот здесь, и вот здесь. Вот, посмотрите, раз, два, три, три добоя, да? Раз, два, три, три добоя наверх, какой выброс. Сигнал для входа в рынок в таких случаях, как правило, это пробитие локальной предыдущей вершины. Вот здесь вот был бай. Вот после этой впадины новой, вот он бай, вот здесь вот, посмотрите, какой выход. Далее здесь три добоя, раз, два, три, вот здесь вот эта вершинка, тоже сигнал для входа в рынок. И, соответственно, здесь то же самое. Если цена не свалится вот таким образом вниз, а пойдет наверх, тут, наверное, надо будет, наверное, отложенником попробовать поработать, здесь выставить отложенный ордер на покупку, вот, наверх. Ну и, соответственно, цель — это обновление вершины, то есть вот так вот может быть. Вот здесь раз, два, три, три добоя. Сейчас решается вопрос. Сейчас покупать не рекомендую, хотя, конечно, экстремалы могут купить, да, как бы стоп, где ставить? Потому что цена вот в этой ситуации может таким резким движением, как вот посмотрите, завершающий аккорд, резкий провал всегда происходит. Вот он, завершающий аккорд, резкий провал. То есть необходимо вот такое движение вниз, и только потом какой-то разворот. Вопрос, на какую величину свалится цена вниз? Сложно сказать. Поэтому, чтобы не гадать, давайте войдем в рынок тогда, когда рынок уже окончательно все эти вещи сформирует и развернется в обратную сторону. Вот тогда, вот здесь при покупке, отложенные ордера здесь, здесь можно выставлять. Посмотрите, вот предыдущие вершинки, как он резко прошибал, да, рынок. Даже была коррекция, она незначительная, пока не обновили предыдущую вершину. Здесь обновили, здесь сходу взяли, здесь немножко потусовались и дальше пробили. То есть, вот, в принципе, можно попробовать. Вот, ну, естественно, стопы ставим за эту, вот за эту ключевую впадину, которая здесь будет еще пока что, наверное, до конца не сформирована. Вот буду смотреть за канадцем, следить за ним. Сейчас наблюдаю за канадцем. Дальше смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк сегодня валится. Недельный график не поддержали, движение наверх. Вот второй день сыпется. И вот очень интересный момент по швейцарскому франку. Посмотрите.
вроде как бы такая некая консолидация, да? Вот, посмотрите, как нужно вот к этому, к этой ситуации относиться. Если цена не доходит до цели и возвращается к поддержке, да, вот таким образом, то это один из сигналов тому, что цена может продолжить свое такое движение вниз. При этом, посмотрите, пожалуйста, если цена пойдет вниз вот именно к этой поддержке, да, посмотрите, вот она готовая структура. Первый раз это не получилось, реализация ее, ну а в последующем, в связи с тем, что цена не достигла уже выраженного вот этого, вот этой консолидации, вот к этому моменту, здесь уже выражена консолидация. Две вершины, две впадины, которые формируют вот этот треугольник пресловутый. И внутри него есть тройка, цена при этом не достигнув верхней границы канала, если она посыпется вниз, то здесь можно попытаться встать в продажу. Но единственная проблема — это стоп, конечно, это дневной график, стоп надо выносить вот за эту вершину. Вы готовы поставить стоп-лосс с размером 250 пунктов? Я нет. Если только одним одной сотой лота зайти, чтобы поймать вот этот вот поход вниз, собирающийся поход вниз. Я, в принципе, буду готовиться к этому, но посмотрим, как это все будет. В принципе, можно для отработки этой дневного вот паттерна, можно попытаться, вот текущая ситуация, которая сейчас развивается, найти момент для входа в рынок продажи. Да? Для этого открываем часовой график. И вот посмотрите, интересная ситуация. Вот он тренд, канал был, да, вот он, обновили вершину, но движение наверх не произошло, к верхней границе канала. По пути вот здесь вот эффект прилипания, то есть к линии поддержки все время рынок возвращается. В конце концов здесь произошел обвал, да, то есть провал. Теперь осталось дождаться внятного формирования канала вниз. Вот маленький канал уже есть, вот только что оно сформировалось. Но это маленький канал, который может быть разворотом вот этого канала. А вот всего вот этого движения надо ждать вот какой-то такой вот провал вниз, потом опять подъем. Вот как британец сейчас это делает, вот такой серьезный подъем. Не взять и предыдущие вершины, и только потом окончательно вот такой гигантский вот канал вниз. Вот, вот тогда, в принципе, можно ждать разворота этой тенденции в обратную сторону. Пока, когда это случится, не сказать невозможно, но, в принципе, можно пытаться вот на маленьких вот таймфреймах, вот на маленьких движениях, вылавливать вот эти подъемы для того, чтобы вставать вниз. Вдруг окажется так, что это будет последний вздох франка наверху, да, и цена может существенно свалиться вниз. Вот сейчас цена валится вниз, надо сейчас посмотреть, каков характер вот этого движения. Это часовой график, если цена достигнет нижней границы канала, ну тогда отскок и встаем вниз. Если же отсюда цена вернется к линии сопротивления, вот таким образом, да, то тогда в связи с тем, что предыдущую впадину мы не взяли, может быть, и даже если вот так вот будет. Ждем трех индейцев и встаем наверх, да, раз, два, три, три добоя. Даже если будет обновлена впадина. И тогда вот пробой, выход из канала, пробитие вершины, сигнал для покупки. Это если вот усложненная форма коррекции будет. Да? А если будет зигзаг ABC, который в принципе уже сформирован, и цена с этих уровней пойдет наверх, не достигнут нижней границы канала, ну тогда покупаем вот при пробитии этого уровня. Вот он торговый план, пожалуйста. А вниз пока еще, может быть, только если на 5 минутках улавливать вот эти движения. Ну, честно говоря, я не знаю, можно попробовать. Вот. Ну, видите, структуры нет в 5 минутках, где здесь вставать, не сложно сказать. Вот. Это франк, дальше идем. Так рубль сказал. Новозеландский доллар сегодня свалился, я правда не знаю, что за информация была. Наверняка, что с какими-то там процентными ставками, да. Вот здесь тревожный фактор, да, цена вчера при этом подъеме, смотрите, не обновила предыдущую вершину. Вот, собственно говоря, я предупреждал, что вот это движение наверх сомнительное. Почему? Потому что при этом коррекционном откате внутри этого движения нету структуры, как это было вот здесь. Видите, была структура, пробой, обновление. Здесь вот такой вершинки как таковой практически не было. Можно было бы придраться к этому уровню, но выраженного не было ничего. Поэтому, по всей видимости, из-за этого рынок не смог взять. Ну, конечно, не поэтому. Конечно, были другие причины. Просто с точки зрения техники теперь мы строим вот такую вот загогулину. Посмотрите. Вот теперь как относиться вот к этому всему вот этому безобразию. Ну вот, смотрите, что получается. Так, уберу эти линии. Вот, посмотрите, что вот здесь вот рынок делает, да? Вот сформировал канал. В этом канале, посмотрите, была попытка ускорения тенденции, попутно пробив предыдущую впадину. Усиливает сигнал на вот такое движение вниз.
Вот была попытка скорректироваться часовая, да, может быть еще одна попытка будет, но эта попытка будет хилая, вряд ли она опять достигнет верхней границы канала, но если все-таки это произойдет, вот так вот, и цена с этого уровня пойдет вниз, я считаю, что это будет шикарный сигнал для продажи после пробития опорной точки, это будет идеальный вариант для входа в рынок, вот, А, Б, С, и при условии недостижения верхней границы, и вот тогда вот, хорошее потенциальное падение вот в эту область, вот в эту область. Сейчас я покажу. Вот в эту область, где-то ее в среднее значение этого, вот это вот безобразие вот этого всего. То есть вот где-то вот в эту область вот цель этого будет падение. Я не знаю, будет ли пробитие или не будет пробитие, но первоначальная цель именно вот эта серая область. Ну, где-то вот сюда. То есть хороший потенциал. Ну, кто-то может вспомнить про Head and Shoulders, что если это голова и плечи, да, вот голова и плечи, сколько там, 1200 пунктов, то тогда после пробития, ну, вот те же самые почти 1200 пунктов вниз. Но я немножко другими вещами оперирую здесь. Вот такой момент ждем по австралийцу, по новозеландцу. Отменится этот сигнал только в том случае, если цена с этих уровней уйдет выше границы канала наверх, тогда тенденция наверх сохранится, дабы для этого есть основания, посмотрите, потому что вся эта катавасия сформировалась внутри восходящей тенденции. То есть они могут вот таким образом сходить, ничего не пробить здесь и возобновив подъем, уйти еще выше. То есть не забывайте еще и про этот вариант, да, то есть вот он ABC, раз, два, три, да, ABC, и вот выход наверх. Смотрим, да, то есть все будет зависеть, еще раз посмотрите, обращаю ваше внимание, на то, как цена будет двигаться вот в этом нисходящем канале. Если коррекция здесь будет слабенькая, не дойдет до верхней границы канала, и будет при этом три волны А, Б, С, и если цена возобновит свое снижение вниз, сигнал для продажи. Если же цена вот в этом движении наверх все-таки пробьет верхнюю границу канала, то тогда тенденция продолжит свое развитие наверх. Вот, собственно, вот такая ситуация. То есть, помните фразу, да? Характер движения цены внутри канала. Это у нас новозеландец. Дальше смотрим японскую иену. Японская иена сегодня идеально отработала сигнал на продолжение тенденции наверх. Дневной график вот идет в рост. Но, честно говоря, я жду, что, скорее всего, где-то здесь иену встретит мощное сопротивление и, возможно, такое падение. Я как бы предполагал, что будет этот рост. Здесь можно попытаться найти этот уровень, откуда, в принципе, можно, возможно, начнется снижение вниз. Почему я именно говорю за снижение? Потому что цена, посмотрите, пока идет в стадии формирования трех волн. Раз, два, три. Три волны. Вот. То есть к этому движению, еще раз повторяю, внутри нисходящая тенденция, это коррекционный откат до этой вершины. Вспоминаем фразу правила формирования тенденции. И вот сегодня, вернее, или вчера, вот не знаю, посмотрите, я вчера давал разметку, идеальный, вот как вот я давал, даже уровни были, практически совпали. И даже уровень, где надо было покупать, я здесь отметил вчера. Кто смотрел мои обзоры, посмотрите, как сегодня идеально все это реализовалось. Да? Вот она, трехволновая структура. Вот. Так, ну а цель этого подъема сейчас здесь, это зона набора позиций. Да? Вот, посмотрите, вот отсюда свалилась цена вниз. Любой подъем к этой вершине, это коррекционный откат. Вот это то, что мы видим, это коррекция. Теперь надо подождать, посмотреть приблизительно, где цена может остановиться. А в принципе, она уже дошла до своей цели. Это первая цель, серая зона. И зона набора позиций была, ну, где-то в среднем. Ну, здесь очень сложно сказать, потому что вот этот вот шип вышел за рамки набора позиций. Но здесь, посмотрите, вдохновляет вот этот вот коррекционный откат сюда. И цена свалилась вниз. То есть вот она цель, в принципе, по японской иене здесь достигнута. Поэтому, в принципе, здесь, наверное, надо ждать сейчас сигнала тому, что рынок, если застрянет вот в этой консолидации, может отсюда начать свое снижение вниз. Посмотрим. Набора позиций на пике здесь я не вижу. Вот именно здесь. Вот сейчас вот такая картина и по японской иене. Вот. Если же эта цена, если цена пробьет предыдущую вершину, ну тогда надо будет разметки все менять. Какие, пока не знаю, еще не рассматривал вариант. Дальше смотрим золото. Золото продолжает свое победоносное падение, как бы оно и предполагалось мною вчера. Вот я об этом как бы предупреждал, что может быть начаться вот такое падение. Да? И вот, собственно, тенденция вниз отображена. Посмотрите, вот
Единственное, что здесь вот такой вот хитрый сигнал есть. Тут волна Вульфа наложилась на три маленьких индейца. Ну, все такое вот. Вот оно. Кто знает, тот знает, да, волна Вульфа и все такое вот здесь. Вот. То есть, если вставать наверх, то только после пробития вот этой вот вершины, ближайшей вершины. Потому что вот была попытка ускорения здесь тоже. Если цена не доходит до линии поддержки здесь и возобновляет свой рост наверх, тогда можно ждать подъема. То есть вот в рамках вот этого канала вот здесь вот такой. То есть вход в рынок только после того, наверх в смысле. Как только цена остановит свое падение, да что ж такое, блин, не получается зацепить линию. То есть, а, да ёпта зеленая, что ж такое. А еще раз показываю, да, вот, вот канал, как бы нисходящий, а, или непонятно здесь, что это. Ну, хорошо, давайте отсюда возьмем. Вот некий канал такой, и такой канал, вот обновление было. Внутри этого канала волна Вульфа, вот она. И если цена рванет наверх, понятно, что надо будет где-то вот здесь покупать, да, вот здесь. Вот. Только тогда покупать, не сейчас, как, хотя, конечно, есть стратегии, которые говорят, вот здесь покупай, да, там дивергенция, все такое. Но я покупаю после того, как рынок останавливает свое падение и возобновляет, то есть не этот наверх, buy. Вот здесь я покупаю. Это золото. Но, честно говоря, я жду все-таки, что золото присядет пониже. Вот в таком плане, вот такое движение, я как бы предполагаю. Но для того, чтобы цена так упала, еще раз, да, вспоминаем мою знаменитую фразу. Какую фразу? О том, что для того, чтобы так упасть, необходимо, чтобы рынок здесь сформировал канал, да? Вот такой канал вниз. Вот он канал, да, вот. Вот он канал, для того, чтобы потом вот действительно двигаться в этом нисходящем канале вниз. Вот тогда будем ждать вот такого падения. Пока этого нету, поэтому сейчас, ну, в принципе, можно позиционироваться, но надо понимать, что стоп надо выносить вот за эту вершину. Далековато, если вы торгуете. Так, золото. И австралиец последний. Австралиец, в отличие от новозеландца, он рванул наверх достаточно успешно сегодня, да, так вот. Тенденция сохраняется, недельно все красиво, смотрится позитивно, да, но в рамках нисходящей тенденции. Да, то есть, вот. Дневной график подтверждает тенденцию, соответственно, что часовой ловим коррекционный откат. Вот я вчера давал рекомендации, посмотрите, вот здесь вот, вот он, ABC, трехволновая структура, пробой, идеальная его отработка. Понятно, что стоп-лосс здесь надо ставить. И предупреждал, что и с другой стороны, если будет более глубокий коррекционный откат вниз, вот такой большего размера гигантский отскок, вот он, разворот наверх, все равно он состоится. И вот, кстати, посмотрите, как рынок разворачивается. Как рынок, вот то, как вчера я вел семинар, критерии разворота. Да, вот был канал вниз, посмотрите. Вот произошло замедление, да, вот, давайте возьмем короткий таймфрейм, да, вот замедление. Критерии, да, помните мои критерии? То есть от, после отбоя замедление, цена не дошла до цели. Выход из канала с пробитием предыдущих. Попытка продолжения тенденции вниз, это третий критерий. И последний разворот тенденции наверх, да, вот здесь вот, вот, вот. Посмотрите, вот это вот наезд, вот этот наезд, он должен быть для того, чтобы развернуть окончательно. Вот такой парадокс. Для того, чтобы подняться, надо сначала упасть. Вот. И вот тогда вот здесь вот строим вот этот канал. Вот он, здравствуй, канал наверх. То есть вам данная ситуация говорит, что вот он канал есть, торгуй, ищи возможность покупать. Вот, вот собственно, все. Это 15-минутный график, ну, часовой график, давайте, тенденции. Вот, идеальная отработка, все прекрасно, все замечательно, ищем возможность покупать. 5-минутный график, в принципе, должен работать неплохо в текущей ситуации, да, вот, сейчас посмотрим. Ну, вот, тенденция идет наверх. Тем более, посмотрите, признаки ускорения тенденции. После коррекции рынок еще раз корректировался. Вот построили поддержку. И вот посмотрите, цена не дошла до поддержки, обновила вершину. Пытается уйти наверх. Вот. То есть не доходит. Теперь уже строим вот такой канал. Вот он, видите, угол наклона его поменялся. Еще более круче стал. Так, все, ответил, рассказал про все свои вот эти вот разметки. Теперь отвечаю на ваши вопросы.
Так, вопросы. Всем привет еще раз. Лейла, здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Рад вас снова видеть. Так, дальше поехали. На РБК эксперты предложили покупать доллар и иену, но по Газиеву, как мне кажется, покупать уже рискованно. А кто такой Газиев? Не знаю, ничего сказать не могу. Не знаю Газиева. Ставку Британии оставят без изменений, но количество голосов представителей Банка Англии может измениться, тем более, что сам глава Марк Карни выступает за снижение ставки. Спасибо, Михаил. Очень ценная информация. Буду от нее отталкиваться в своей торговле. Так, дальше такой вопрос. Марат, вы не одиноки, я тоже по евро, по фунту и по киви сегодня поймал лося. Ну да, есть небольшой там лось. Ну, мало того, что бывает так, что лось меньше переживается, чем незабранная прибыль. Да, вот. $200 вчера была прибыль у меня. Вот по этим двум позициям. Да, не забрал. 10, больше, ну, 10% да, прибыли тащил и не забрал. Забрал какие-то жалкие сколько там. Вот это вот еще сильнее переживается, чем полученный стопак, да, вот. Вчера вот я торговал со вчерашнего дня. Что у меня там? Вот к этим $98 у меня была плавающая прибыль плюс $200. То есть $300 за один день, больше 10%. И упустил такую возможность. Ну что ж. Хорошая наука мне, надо забирать прибыль вовремя. Вот над этим тоже надо будет работать. Видите, как я на своих семинарах рассказываю, что одна из главных проблем — это забор прибыли, так она у меня до сих пор и осталась. То есть у меня бы уже на счету было бы больше, чем $2100. То есть $3100. Вот такая ситуация. Ладно, поехали дальше, жалеть нечего. Так, по евро смотрим за уровень 1.1121. Так, дальше. Станислав. Здравствуйте, Марат. Вчера в конце семинара 15.00 вы на примере фундо размышляли, что делать, если пара пойдет вниз или вверх. В это время евро-доллар уверенно шел вверх. Евро-доллар. Так, скажите, можно ли, нужно ли ориентироваться на движение близких друг к другу пары, наоборот, можно ли ситуация... Хороший вопрос, я понял ваш вопрос. Корреляция. Это называется корреляция, Станислав. Я скажу так, что сейчас в нынешних условиях я вам не рекомендую ориентироваться на другие валютные пары. На другие валютные пары нужно ориентироваться только тогда, когда выходит новость по доллару. По доллару. А вот когда вот до американской сессии, когда новости выходят то в Европе, то в Британии, ни в коем случае корреляцию проводить не рекомендую. Раньше, 10 лет назад, была такая корреляция евро-швейцарский франк. Там и зеркальное отображение швейцарского франка и евро. У меня даже такая стратегия была. Называется отмеренный ход, где подтверждением являлось... То есть я выбирал евро или швейцарский франк, сигнал, когда бы он появлялся, то в этом отмеренном ходу подтверждением являлось движение в ту же сторону и по другой валютной паре. Ну, то есть вот, сейчас такую корреляцию я не рекомендую проводить. Потому что сейчас каждый выживает, как говорится, на рынке сам за себя. То есть все, что происходит сейчас на рынке, как иначе, как кризисом, я назвать не могу. Соответственно, никакой корреляции в этой ситуации не рекомендую. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но я корреляцию не провожу. Хотя иногда бывает, что смотришь на движение цен, как, ну, в основном это на американской сессии, когда выходят американские данные. Бывает так, что некоторая валютная пара, она тормозит, да, по отношению к выходу, да, когда выходит новость. Но я вам не рекомендую. Хороший вопрос, Станислав, но сейчас, по-моему, это уже не работает. Так, Станислав, лучше не торгуйте кроссы. Да, абсолютно правильно, Михаил, вот он ответил, в принципе, на ваш вопрос. В данный момент экономика Британии находится в стагнации, в ближайшее время роста не предвидится. Спасибо за данный комментарий. Ну, в принципе, понятно, то, что там стоит ожидание срезания процентных ставок, это говорит о том, что там, в общем-то, не очень-то хорошо в Британии, да, вот текущая ситуация именно для британцев, конечно. Вот самоцвет Татьяна оценила нас, Михаил, с вами, да, вот фундамент Михаила и плюс мой анализ очень, по идее, должно помогать, но я рад этому. Так, рубль еще рано бежать продавать, еще будет падение в августе-сентябре, потом будет рост. Да, я согласен с вами, Михаил, потому что, честно говоря, вот это укрепление рубля,
Ну, я бы сказал, пока достаточно, для меня, но пока еще не объективно, да, то, что сейчас на самом деле происходит. Так, дальше поехали. По канадцу на бирже. Так, дальше. Так. Непонятно, почему свалился Киви. Никаких ставок, плохих данных по Новой Зеландии не было. Данные по Австралии вышли хорошие, ауди растет, а Киви упал. Вот то, чем я и говорил, да. Корреляцию проводить сейчас опасно, господа. Вот Михаил вам ответил. Непонятные события, которые происходят, да, вот какие-то вещи непонятные. Так, по ЕН сегодня советник премьера Абы, господин Хамада, провел и по ЕН вербальную интервенцию. Понятно. Спасибо. Так. Так. Газиев, это тот, который Марат. Так Газизов. Моя фамилия Газизов. Так, я напишу, чтобы всем было понятно. Я Газизов. Вот моя фамилия. Ой. Газизов. Вот, пожалуйста, вот моя фамилия. Те, кто не знает. Так, дальше поехали. Да, согласен с вами, не стоит расстраиваться. Но бывает, знаете, когда держишь прибыль 10% от депозита, да, ну тут не удержишься, все равно расстроишься. Хорошо, поехали. Так, Марат, подскажите, какой мучинг у вас? Мувинг! А какой у меня мувинг-то? Сейчас гляну. Двадцатка экспоненциальная, смотрите, двадцатка экспоненциальная. Но я хочу сразу сказать, господа, вы особенно не зацикливайтесь на моих вот этих двадцатках, потому что на самом деле я этот мувинг все время провожу корреляцию. То есть не корреляцию, а оптимизацию. То есть в какой-то момент, видите, прекрасно работает мувинг, в какой-то момент он, видите, вообще не работает. Хотя тенденция есть, а вот так вот он работает. Мои любимые периоды это 100 и 200, самое главное, да, вот мувинг. 100 и 200, простой 100 и 200 мувинг эверидж сейчас вам. То есть, вот. Почему? Потому что на него ориентируются абсолютно все. И как бы он оказывает некое психологическое воздействие на рынок. Вот 200. 200, 5-минутный график, вот посмотрите, да, он мало так вот подвижен. То есть вот 200, да, тенденция наверх, тенденция вниз. Вот. Вот 200 и 100, еще мувинг 100, тоже мой один из любимых индикаторов. И вообще мувинг это мой один из самых любимых индикаторов. Я по нему особенно не торгую, только иногда, когда провожу скальпирование, да, вот тогда я с ним работаю. А вот так, в принципе, мувинги я не использую в своей торговле. А тот, который вы видите, это двадцатка. Двадцатка, я ее использую, когда идет вот супер краткосрочный трейд. То есть, когда я пытаюсь скальпировать рынок, вот тогда я выставляю двадцаточку, да, потому что он быстро реагирует на текущую ситуацию. Да, вот. Но это уже отдельная история, поэтому на него не ориентируйтесь, пожалуйста. Так, Станислав, индекс молочный, да, Газизов. Все, спасибо всем, кто был сегодня со мной. Желаю вам всем удачи. Сегодня у нас четверг, у нас будет четвертое занятие по базовым принципам. Сегодня рассмотрим точки входа, моменты для входа в рынок, как это вот я последний день показывал. Постараюсь это сделать в онлайне, в текущей ситуации, с текущими ценами. Ну, понятно, что на часовке там не получится, наверное, будет минутки, пятиминутки. Но общий принцип принятия решения, он одинаковый для любого таймфрейма, что для пятиминутного графика, что для недельного графика. Так что, кому интересно, начинающим трейдерам я рекомендую все-таки присоединяйтесь в 3 часа дня сегодня к моему базовым принципам. Ну а завтра попытаемся поработать, просто поторговать. С вами был Газизов Марат, желаю вам всем удачи. Берегите себя, свои деньги, встречаемся в 3 часа сегодня и ежедневно на моих обзорах. Всего хорошего, до свидания.